Студия «Креатин» представляет. Добрый день. В эфире экстренный выпуск новостей. Вас приветствует Владимир Конь и Федора Емельяненко. Дело в том, что случилось страшное. Смотрите, пожалуйста, наш репортаж. Итак, уважаемые телезрители, здравствуйте. «Креатин ТВ» приветствует вас. Мы сейчас ведем оперативные съемки с места происшествия. Сегодня в 12 часов ночи. У нас исчезло здание, которое... Историческая ценность для нашего города. Как это произошло, мы сейчас узнаем у нашего очевидца, который присутствовал при этом. Андрей, здравствуйте. Что? Андрей, расскажите, пожалуйста, что вы видели и что вчера произошло? Я, как обычно, шел домой. Ничего не предвещало беды. Мои котики и собачки спокойно и мирно ждали меня в этом здании. Они их всегда подкармливают по вечерам. Я забочусь о животных, о сохранении этого мира и надеюсь, что он останется в первозданном виде. Но неожиданно на небе засветило и очень громко приземлилось вот сюда, вот прямо. Прямо на здание? Вот прямо на здание и поглотило его. Я хочу немножко пояснить. Недавно от наших спецслужб мы получили информацию о том, что межгалактический корабль готов атаковать нашу территорию. Видимо, это они и были, да? Вероятно, да. Я слышал, что на этой планете живут какие-то существа, очень похожие на гусениц. Я видел, что три таких вот существа проползли в наше здание. И, скорее всего, они сейчас там затаились и ждут подходящего момента, чтобы нанести самый коварный удар нам. А подскажите, пожалуйста, можете поподробнее описать, как они выглядели? Было очень темно, я их очень плохо рассмотрел, но мне кажется, они очень были похожи на вас. Я не знаю, как это взаимосвязано, но я теперь вас боюсь. Очень. Ну, я же не гусеница. А, я не знаю. Итак, дамы и господа, мы прощаемся. Я не хочу с вами прощаться. До свидания. Мы благодарим Андрея за столь оперативную информацию. И теперь будем ждать, что же будет дальше. Подключим все наши службы, всех наших специалистов на то, чтобы разобраться в этой страшной трагедии, которая произошла на территории Крайт. Ужасно, ужасно вы все видели своими глазами. Но мы вызвали на помощь наших двух супергероев. Это капитан Михелиус и человек Павлюк. Спешат на помощь. Вся надежда только на них. Только что в нашу редакцию поступил новый актуальный репортаж с места событий. Внимание на экран. Итак, дорогие друзья, у нас сегодня еще одно ужасное событие. Это продолжение нашей истории с исчезнувшим зданием на территории Крет. Сегодня, как было сообщено очевидцам, украдена принцесса Ганея. Кто и зачем это сделал, мы сейчас узнаем у нашего очевидца, которого мы сейчас ждем. Пойдемте с вами. Сегодня, как я и предполагал вчера, случилось то, чего мы опасались больше всего. Похищена она, единственная неповторимая принцесса. Как нам жить теперь с этой проблемой, я не знаю. А подскажите, пожалуйста, расскажите, как все происходило, что вы видели и кто же, самый главный вопрос, кто это сделал? Это сделали именно те, кто проник в наш концерн под личиной этих вот мерзких гусениц. То есть все-таки это сделали те самые гусеницы, которые высадились вчера на межгалактическом корабле? Я практически уверен на 100% в этом. И вот подробности такие, как все это дело произошло. Дело в том, что капитан Михелиус из вот этой вот СВЧ-пушки, которую мы сейчас вам предъявим, вот, видите такое, призвал человека Павлюка, и они вдвоем направились, вооруженные вот этим оружием и вот этим. Это высокоточное оружие, это СВЧ-оружие. Был повержен злодей Сэм Риммонов. В игровой комнате был прям вот зловерски нейтрализован. Самым жестоким образом нейтрализован. Скован в наручники и прикован к батарее в игровой башне. Я правильно говорю? Да-да. И принцесса Ганея была во всей своей славе и красе. Это нашими героями, Человеком-Павлюком и... Артефакт. Так. Был найден на месте заточения принцессы.
То есть принцесса обгладывала крыс, мышей. Но я думаю, что она сама нам потом, мы ее пригласим в передачу, она обязательно поведает о том, как же она, сколько она там провела лет. Дело в том, что у нас это на время Земле... Время бежит совсем по-другому на других планетах. Да, у нас на Земле это может быть 10 минут, может быть вот мгновение вот моргания глазом, а там на корпорации... Вот я моргаю, а на корпорации Центавра приходит 20 лет. Вот фотография нашего героя. И именно эту каску он подарил мне, как ведущему журналисту Крета. Спасибо нашим супергероям, капитану Михелиусу и Человеку-Павлюку. Подробности. Подробности. Вот в мне. Новом выпуске. В новом выпуске эпоса Крета. Подвиг номер 12 капитана Михелиуса и Человека-Павлюка. И в свежем номере журнальчика радиоэлектронной технологии под редакцией Олега Васильевича Кустова. Читать всем. Спасибо. До свидания. Ну и в заключении мы хотим поздравить наших супергероев с днем рождения. Капитана Михелиуса. Человека-Павлюка. Сэм Рыманова. И принцессу Ганею. Ура! С днем рождения!